«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Дед Мороз. Кэшбавай. Письмо Деду Морозу. Кэшбавайга хат. Письмо Деду Морозу. Кэшбавайга хат. Главы муниципалитетов написали письмо Деду Морозу. Урындагы уйдара башлыктары Кэшбавайга хат язгандар. Главы муниципалитетов написали письмо Деду Морозу. Урындагы уйдара башлыктары Кэшбавайга хат язгандар. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».